Итак, всем привет! Сегодня я решил так внепланово немного записать ролик. Он будет не про войну, он будет про турнир. Сейчас у нас проходит турнир тройки без красных, и я смог дожить до третьего дня. Ну и решил, что это довольно-таки интересно, дабы вам показать. Ну, давайте, чтобы не затягивать, заходим. Значит, третий день сражений. У меня одно поражение. Ну и то по глупости оно было. Поехали. Значит, я раскрыл тут один такой нюанс, секрет. Здесь, в общем, поляна, она может тебя либо слить, либо нет. Вне зависимости от того, как ты берешь моноцвет, противоцвет. Я вот этой командой, которая у меня стоит, все, грубо говоря, 10 боев отвоевал в первые 2 дня. Сегодня вот третий день, 11-й бой. Соперник, конечно, заманчивый. Вот этот один Чочин, или Чочин, чего стоит. Тайрон, выкачанный вообще тут на такое ХП дикое. Мелия тоже. Гатон. Ну, в общем, бой может быть сливным, сразу вам скажу, если не придут желтые камни. Они, в принципе, пришли, пришли они не под тем персонажем. Поэтому делаем так. Потом вот так. Ну и что увидим? Ситуация так себе. Снесли Мелию. Не знаю, почему так долго вот заряжаются мои. Я вот не могу вам объяснить этой ситуации, но вот, к сожалению, такие вот дела. Так, сносим мы, получается. Нет, не сносим. Вот, блин. Ну так а все, что? Все понятно. Ну, собственно, как я вам и говорил, что здесь шансов особых нет. Давайте дальше. Ну, вот здесь уже поинтереснее. Здесь мы можем вот так вот отыграть. Так. Потом вот так. И так, зеленые. Давайте фиолетовые так прикинем. И вот так вот сделаем. Да, фиолетовые пришли, но немного поздновато. То есть уже вот эта дама готова долбануть. Ну, в принципе, здесь получается такая ситуация, что нету вариантов, поэтому. Поэтому делаем вот таким вот образом. Заряжаем нашего фиолетового. Ну, в принципе, здесь Бриена не такая страшная, как может показаться. Но вот это разделение урона, конечно, не прикалывает. Ну, видите, как отлетаем четко. Ну, я просто хочу вам показать, затестить, что насколько в третий день, не то, что там состав я как-то меняю, я состав вообще не меняю. То есть насколько в третий день у нас не идут камни, но идет сопернику, так скажем, в плюс. Ну, по идее, вот сейчас я должен затянуть, потому что, в принципе, наверное,
все же турнир меня не готов слить так быстро. Поэтому будет сейчас меня тащить всевозможными комбо, долетами, подлетами и так далее. Вот, видите, из ниоткуда комбо выехала. Сейчас мы так сделаем. Ульмер. Ну, видите, Ульмер тоже. Вот здесь система не дала. Ну и, конечно, в него, в кого еще? В кого же еще? Ой, остался только пузатый, да? Ну, так, ну тут что, надо зарешать. Эх ты. Эх ты, тонко-то как. Ну тут система рассчитала все. Далее. Ух ты, конь. Не видел. Такие интересные, конечно, персонажи. Что у нас здесь? Ну давай вот так вот пятерку сразу сделаем. 5 камней в коня. Четверка сюда. Желтых у нас нету. Принципиально. Так, конь. Ага. Бьет. Даже не знаю, вот это Мнизиуса забрать. Так, ну давай вот так сделаем. Смотри, фиолетовые прилетели, зеленые прилетели, добили. Маги на второе сейчас. Поехали. И мне надо как-то вот этот угол забрать. Я даже не знаю как. Вылетает, конечно, не шутя так. Но мы, смотри, смогли. То есть система меня на четвертый день, походу, оставляет. А может, и сейчас на последнем сольемся. Давайте сейчас попробуем. Пока что не могу вам сказать, что да как. Так, ну все. То есть вот такой вот расклад получается. И на этом будем заканчивать. Всех благодарю. Наглядно вам показал, как сливаются бои не по своей вине. И как, наоборот, они затягиваются, когда поляна доигрывает. Ну все.